Вот такая вот история, ребята. На трассе Рокоссовской дерева порубали, а пни полишали. И вот люди взлетают с дороги и бьют свои машины. Машина такая, а сами себя не еще, тоже ломают. Вот такие пни полишали, видите? Машина взлетает, обрывает колеса, ходу, и потом начинаются вот такие вот качели. Машины побили, здоровье покалечили. И потом куча расходу. Куча расходу связана с транспортированием, загрузкой, разгрузкой. Такие вот качели. И потом пробуйте в этой ситуации. А кость дерева порубал, гроши заробил собі. А лишите 1,5-2 метра пня и выкорчевать, не догадался. А вот не хотел. Люди в лікарні. Ото у когось котел на матеплий. Даю.